Жека, ты где? Жека, скажи мне, ты где? Выходи драться. Жека, ну я все, конечно, понимаю. Зараза! Зараза! Жека, осторожно! Дайте сюда! На канале Максима ты сможешь найти интересные ролики, такие как факты, секреты о Майнкрафте, команды и механизмы, а также сравнение Майнкрафта против реальной жизни. Мне кажется, это интересно, поэтому заходи и подписывайся, ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу снайперскую дуэль в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями снайперов. Только благодаря вам мы продолжаем убивать друг друга в этой сумасшедшей рубрике. Да, ребята, поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий снайперами. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Да, я согласен, и погнали друг друга убивать. Давай, давай. Ну шо, Жека? Ну я тебя порву, как всегда, да? Как всегда, я боюсь уже, как в прошлой серии. Мы, кстати, вернули старые снайперки, потому что Эдисон заныл, потому что я его уничтожил просто. На самом деле реально много людей в комментариях писали, мол, верните. Я его уничтожил. Да, много людей писало, знаешь. Да. Бла-бла-бла. Конечно, отмазываемся. Подожди, мы все для подписчиков делаем, поэтому, Жека, это такое. А многие подписчики писали, что им те снайперки нравились. Неправда. На самом деле многие подписчики писали, что типа давайте новую рубрику снайпера, давайте новую рубрику снайпера, рубрику, серию. Запутал меня. Да, и именно поэтому ее и выпустили. Мы вообще не хотели больше выпускать. Да, поэтому, ребята, все от вас зависит. Давайте, влепите лайкусики. Может, ты пока разговаривай, да, я сейчас тебя по-быстренькому убью. А, то есть ты уже меня рашишь, я думаю, где ты? Я думаю, где Евгений? А Евгений меня уже рашит. Евгений уже тебя рашит, так что ты как бы не переживай. Сейчас ты умрешь. Я думаю, где Евгений? Да. Не, ну вы пишите комментарии, какие вам снайперки больше нравятся. Ты меня не попадешь. Ты что, подожди, ты что, меня видел? А, зараза! Да не, ты чё? Ты как такой? На! Сюда! Вместе! С одного удара, чё? Жека, это что такое было? Это просто нечестно. Да, это читерство, Жека, да? Да, это читерство. Что это вообще такое было? Ну ладно, давай. Ну шо, ну я это так не оставлю. В смысле не оставишь, Жека? Он просто читер, он мне нанес с удара 8 здоровья, понимаете? Он просто читер. Это не я, это ножик все виноват. Поэтому, Жека, не на меня вали. Да, ну ладно, ладно, я как бы ни на кого не сваливаю. Просто, понимаете, план этот мод плохой, Да, конечно. Жека, где ты? Вот-вот. Во-во. Что-то меня это напрягает. Что-то я тебя не вижу, друг ты мой сердечный. Жека, я тебя тоже не вижу, так что не психуй. Эдисон, ты где? Ага, конечно, уже спалил меня, наверное, раз 10 и говорит, типа, Эдисон, ты где? Конечно, Жека, конечно. Не умеешь ты врать, Жека! Так, ты там щелкаешь клавиатурой. Я слышу твою механическую клавиатуру. Зачем я ее купил вообще, да? Ты, наверное, бежишь куда-то. Ага. Да? Может, я просто танцую на месте, поэтому... Нет, Эдисон, ты куда-то бежишь. Нет, думаешь. О, опять щелкаю, смотри. Щелкаю. Жека, ну это... Это он, смотри. Бегу! Да-да. На скрыле ветра. Да, конечно. Вот. Навстречу судьбе. Клава, конечно, немного палевная, поэтому нужно ее поменять обратно. Да. Я тебе честно скажу, я тебя видел на самом начале. Да? Да, но сейчас я вообще не представляю, где ты. Не представляет, где! Он не представляет! Я чекал этот странный кран, где ты там носил, говню? Ну я там лежал, просто наблюдал, где же Калази? Как ты же говню, всё. Давай, Жек, давай. Эдисон, мне это не нравится. Мне не нравится, что я проигрываю 2-0, это что за... 2-0, 2-0, Евгений, так что давай. Я что-то не понял, Эдисон, походу, читы установил. Наверное, может быть, Жек, я не спорю, может быть. Так. А, то есть он еще не спорит. То мне, я тебя вообще не вижу, и потом у меня пуля в глаз прилетает. Ну потому что ты спалился, и все.
Я просто знаешь, что боюсь? Я боюсь, что мы с тобой можем быть в одном месте. Вот мне прям вообще это не особо будет нравиться. Мне кажется, так оно и есть почему-то. Да? Или нет? Я не в курсе, Жека, я не в курсе. Я вот тоже, я не в курсе. Я не в курсе. Так, ладно, надо рашить. Не знаю куда, не знаю как, но надо рашить. Ага, тут зарашить нельзя, тут прохода нету! Обратно возвращаемся. Так, все, Жека, буду... Прохода нет, да? Да. Прохода у него нету. Че, я типа спалился, да? Я спалился? Это где у тебя там прохода нету? Твою мать, где ты был? Да! Ты надо мной был, да? Это было изи, это просто было А где ты был, где ты был? Мы спрятались с тобой, ну, вообще почти в одном месте. То есть я сидел вначале вот здесь. Да. То есть ты слышал, как я молоко пил изначально, да? Я не слышал, в смысле, я вот тут сидел, алло. Да, ну хорошо, Жек, хорошо. 2-1. Хорошо. Хорошо. Эдисон! Ну что тебе опять надо? А до скольки мы играем? Давай так вот. Жека, ну, наверное, до 5 побед, мне кажется. Жека, ну, пожалуйста. Ну, давай я в этот раз выиграю. Ну, Жека! Так, я уже рашил в этой серии, так что я не хочу больше никуда выходить. Я буду сидеть и прятаться, ждать, пока меня убьют. Офигеть, ты придумал? Ты просто круто придумал, я тебе честно говорю. Просто круто. Точно? Да, Жека, ты меня видел? Да. Вот ты стоишь. Не Нет. Огонь, да? Огонь. Огонь! Огонь! Так. Из всех орудий. Так сказать. Жека, мне страшно. Честно скажу, мне очень страшно. Ты меня подумал? Хорошо подумал. Я нарушил свое правило. Зачем я вылез? Зачем? Я знал, что такие нет. Не знаю, Жек. Сам виноват. Эдисон, я отомщу тебе! Я отомщу. Давай, Жек. Давай. Потерял скилл. 3-1, Жека, не забывай то, что уже 3-1. Ну сейчас тебя по-быстрому 4 раза выиграю. Да. Ну, все может быть, я не спорю, Жека, все может быть. В скобочках нет. Вот как ты меня палишь? Я его тебе помню ни разу так не спалил, где-то закрытился. Я только один раз, когда сзади тебя подошел, тебя заметил. Что-то здесь неладное. В смысле неладное? Все ладно, Жек. Никакого читерства, все честно. Я походу слепой. Все честно. Без читерства, без волхаков, так. Ой, ты меня заметил, мне кажется, да? Не. Ты меня точно заметил. Да не заметил я тебя. Да. Я что? Если бы я заметил, я бы тебя уже давно убил. Да, конечно. Поэтому это такое. Ты каждый раз говоришь, что я каждый раз умираю. Не, честно. Честно тебе скажу, не заметил даже. Да? Да. Да где ты, ёкарный бабай, не пугай меня, я вот сейчас по-любому вылезет какой-нибудь с ножиком, меня зарежет. Да, конечно. С ножиком. Ты что-то скрываешь. В смысле скрываю? Ничего не скрываю, отстань. Мне кажется... Отстань от меня! Мне сейчас прилетит просто пуля в глаз. Так. Жека, подскажи, ну пожалуйста. Ну, в смысле? Алло? Где? А может ты? Ты где, Жека? Я в жопе. Прям самый натуральный. В смысле? То есть я не понял, сейчас я не врубился, что я сейчас просто не врубился. В смысле, куда ты не врубился? Чё ты не врубился, Жека? Алло? Я не понял сейчас, откуда по мне велся огонь. Какой огонь? Я вообще ничего не слышал. Жек, а что ты замолчал, а? А что ты замолчал? Я не понимаю просто, откуда бы мне был вестись огонь. Я сейчас вернулся в ту же точку, ты меня не убил, значит, ты куда-то перебежал. Ой, Жек, я даже не знаю, куда я перебежал. Я никуда не перебежал, потому что я у тебя не стрелял. Я тебе еще раз говорю, не было никакого огня, Жека. Успокойся. Я врать тебе не буду. И никогда не врал, Жека, поэтому поверь мне. Выходи на центр. Нет. Выходи на центр гона ножиках. Давай. Давай. Нет, ты меня обманываешь, я так делаю. Да нет, Жека, я тебя когда-то обманывал, подумай. Обманывал хоть раз? Было такое? Когда? Особенно? На! На! Он опять нас одного удара убил.
Такой забежал, как флеш какой-то. Иди ты в жопу, Эдисон, да читерки нажать. Я даже не стал кнопочку нажать, он уже меня убил. Ой, Жека, Жека. Шо ты в жопу? Да шо? Жека! Задолчи на мной, я тоже забежу, тварь! Жека, 4-1, понимаешь? 4-1! Да, он читер, блин, он с этим ножиком! Просто он охренел, я честно говорю. Жека, Жека, Жека. Жека, ты где? Жека, скажи мне, ты где? Выходи драться. Жека, ну я все, конечно, понимаю. Зараза! 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 Жека, осторожно! На! Дайте сюда! Давай! Так как слово! Два раза уже попал, ты не умер! Я тебя три! Три раза попал, ты умер! Да, Жека! На! Да! Да, уйди ты, нафиг! Все, я не хочу с тобой биться, Жек! Да! Жека, 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 бешеный просто. Ой. Я уже даже готов проигрывать, как бы 4-2, да? Эти ножики сумасшедшие, то тебя с одного удара убивают, то с 10 не могу убить. Чё ты за бред, Жек? Я, блин, бегу тебя, Раши, смотрю, Эдисон уже за мной бежит. За спиной такой. Роза, нормально, вообще нормально. Чё, главное, не убил тебя? Вообще замечательно просто. Да, охренел просто, вообще. Сейчас, подожди. 2 секунды. Да, я тебя... Ты потратить уже не можешь, да? Да. А ты уже пришёл, да, на центр? Да, я уже на центре. Я тебя там жду. Вот, хорошо. Пойди. Да, конечно. Давай. Конечно, ждет он меня. Не стесняйся. Конечно, да. Я так и понял, что ты меня там ждешь на центре, да. Ты прям умничка, Жека. Да? Ты прям умничка, я тебе так скажу. Ты чукарный бабай! Чё? Чё такое? Ты чё, меня спалил или чё? Чё? Ты меня спалил? Так, стоп, что это сейчас было? Так, алло! Эдисон, не надо меня надо издеваться, пожалуйста, хорошо. Ты что по такой психопат? Чего? Жека. Чё ты не понял, не могу понять. Я вот не могу кое-что понять. Да чё? Что за хрень происходит? Какая хрень? Ты о чём? Какая-то хрень. Ты о чём? Какая-то хрень происходит непонятная. No! Да иди ты нахрен! Иди ты нахрен просто, Жека! Нахрен! Понимаешь? 4-3! Все, иди бань, все, иди бань, Жека. Ох, Эдисон, на самом деле я уже готов проиграть, потому что я камбэкнулся неплохо. Ну скажи. Жека, 4-3, я уже боюсь, что я сейчас проиграю, честно. Я уже побаиваюсь просто. Смотри, если я сейчас проиграю, я уже будет не очень обидно. Ну да, 4-3 вот. это уже что-то. А если я сейчас проиграю, то я, Жека, не знаю, что я сделаю. Ну да, тебе будет обидно, поэтому постарайся хотя бы выиграть, как бы, понимаешь. Извините, но... Это снайпер, детка. И шо? Это снайпер, детка. Я просто хотел сказать какую-нибудь пафосную фразу. Да, типа, я такой мачо крутой, да, типа? Да. Эдисон! Да шо тебе надо опять? Шо тебе надо? Давай по нашей схеме. Уходишь на центр, я тебя убиваю. Да. Поэтому ты и камбэкнулся, потому что ты меня просто так убивал и все. Ну если просто так, нифига не просто так. Просто так. Почему я тогда тебя не убил, когда я сзади тебя бежал с ножиком? Просто тыкнуть разочек и все. Вот, а ты меня пощадил, что ли, или что? В смысле пощадил? Ну, в прямом. Почему пощадил? Ну ты же сзади меня был, чё ты не тыкнул? Ну потому что я тыкал, но как бы не попал, понимаешь? На! Да, Жек! Ура! Подписчики просто увидели, насколько сильно я дёрнул, реально нет сил, где ты? Я на кране где был. Где ты был, Эдисон? Покажи. На кране я был. Я говорю, вот опять он на кране, опять на кране. Из восьми раундов я только 2 раза был на кране, Жека. Так что не надо то. Все, пошел в баню, Жека. Ребята, что-то стреляй.
Как бы, рыба. Как вы сказали на начале этой серии, ставьте огромный палец вверх, если хотите, чтобы мы записывали серии снайпером как можно чаще, потому что я вижу, и Жека видит то, что вы много комментируете, много пишете сообщений, чтобы мы записывали эту серию. Ребят, нет, я не хочу записывать, поэтому, ребят, спасибо большое вам за просмотр, всем удачи и всем да, пока. Да, спасибо большое, спасибо, спасибо вам большое за просмотр. У тебя норм, да? Да, я посижу тут. Я посижу. Всем пока.